Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 70-м уроке видеокурса Landing Page для начинающих. И в этом коротком уроке я хочу вам показать виджет, который позволяет убирать анимацию при переходе по якорям. Что это значит? Как ставить якоря и что это такое? Я уже давал материал. Сейчас мы посмотрим, что такое анимация при переходе по якорям. Вот смотрите, кликаю страница 1, прокрутка идет до блока, куда я установил якорь. Следующая кнопка – это прокрутка до следующего якоря. А виджет, о котором мы сейчас поговорим, он позволяет сразу, моментально переходить к блоку без вот этой вот прокрутки. Для чего это может быть пригодиться? Это лично вам может пригодиться, вам может быть так больше понравится, когда вы себе делаете лендинг. Но если вы будете делать лендинги на заказ, очень часто клиенты могут на это обратить внимание и попросить, чтобы вы сделали резкий переход без плавной прокрутки. Без этого виджета это будет сделать не так просто, если вы не обладаете знаниями программирования. Давайте переходим в Adobe Muse и посмотрим, как работает данный виджет. Итак, у нас якоря уже стоят, все готово. Давайте посмотрим, как сделать так, чтобы не было прокрутки. Переходим в библиотеку. И данный виджет я просто переношу куда-нибудь на свой холст. Данный виджет не имеет настроек. То есть все, мы просто перетаскиваем к нам в проект, и у нас все будет работать. Давайте посмотрим. Итак, вы помните, у нас сайт прокручивал. Смотрите, я кликаю по первому якорю, моментально переход к блоку, по второму то же самое. То есть вот так вот просто, без какого-то геморроя, можно сделать переход по якорям моментально. Данный виджет вы сможете скачать у меня на сайте, ссылочка под видео. На этом я заканчиваю данный видеоурок и увидимся в следующем. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!